Борцы, боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры. Нам не интересны алкаши и наши куры. Архитектура тела спортсмена хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции. Выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки. Лучше нет потенции, чем после тренировки. Тапа, перчатки, шингерты, борцовки. Время занятий физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало.